Торжественно клянусь верно служить народам нашей страны, строго следовать Конституции. Со своими обязательствами, данными в предвыборный период, заявляя о своем выходе из КПСС. Любимая игрушка в детстве. Пластилин. Что из него получалось? Все. Well, it's been 14 years in the making, and today, finally, McDonald's threw open the doors to its first restaurant in Moscow. Вчера в автомобильной катастрофе погиб один из кумиров советской молодежи, известный в мире рок-исполнитель Виктор Цой. The rock star Freddie Mercury died last night, the day after he announced that he had AIDS. То есть я просто-напросто хочу сказать, что Ленин был перебор. Дорогие соотечественники, в силу сложившейся ситуации я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Двухдневное затишье в Нагорном Карабахе взорвано новыми боями. Продолжает разгораться борьба вокруг того, кому принадлежит Черноморский флот. Ручеек продовольственной помощи продолжает бежать в Россию. Seattle's Kurt Cobain is dead of an apparent suicide. Все телефонные связи! Чиновников выкинуть нахуй на улицу! Совсем встретила Москва любимца молодежи Майкла Джексона. А теперь вот из-за простой буханки хлеба вон какую очередь надо выстоять. Канун Дня Российской Конституции отмечен двумя событиями. Улицы городов украшены национальными флагами, а в Чечню сегодня на рассвете введены войска. Ты лучше ко мне как гость приедь, Алик. Отводи ребят, не надо. Пожалей их матерей, пожалей их самих. Отводи ребят, Алик, дай команду. Так, внимание, вопрос. Что же в черном ящике? Я не могу бросить раненых, нахуй. Техника уже почти вся сожжена, блядь. Я даже поднять головы не могу. Не могу поднять головы. Тут с четырех сторон. Понял. Ты походи, внимание, налево. Там гранатометчики гидел. Серьезно, четыре, огонь, мочи, блядь. У нас уже все нехуя, что валится. Добрый вечер. Сегодня понедельник. И, как всегда, час пик в прямом эфире. Эти 18-летние юноши за Россию умирали и умирали с улыбкой. Это был понедельник, программа «Звездный час». Я Сергей Супонев. Пока! Я скажу честно. Я просто проснулся. Прокурор Москвы Геннадий Пономарев заявил Интерфаксу, что Листьев получил 2 огнестрельных ранения. Присутствие всех. Присутствие них. Путь выведут из какая нам разница, что мы умрем здесь, в Первомайске, что мы умрем там где-то в Новогрозном. Ну а теперь мы прощаемся с вами на несколько секунд. Рекламная пауза. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации. We have reports. Paris, the Diana Princess of Wales, has been killed in a car accident. В неделю мы продолжаем передачу для душевно здоровых людей. Все только начинается. Не будет. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Твердый чок. Свисток победа! Сборная России выиграла у чемпионов мира на старту Франции! Косово прежде не прогремели как минимум 3 взрыва. Чуть позже 2 взрыва раздались в столице Югославии, Белграде. Боже мой! И Филимонов забрасывает мяч в свои ворота. Ничья, которая для нас равна поражению. Я хочу попросить у вас прощения. Я ухожу. До встречи через неделю. Джунгли! В 5 часов утра на Каширском шоссе в Москве был взорван еще один жилой дом. Сегодня в Москве прощались с известным телеведущим Сергеем Супоновым. Он был нашим коллегой. Сегодня утро на МТВ. Доброе утро, дети. Как вы там поживаете? Василий Стрельников, пикерный коттедж. МТВ. К вечеру помощь прибыла, я тикет для оказания помощи. Он объявил высшую степень тревоги. Это последнее сообщение, которое мы получаем из США. Напомню, что высшая степень тревоги означает готовность к войне. Huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way.
Тем временем журналисты МГК, которые поддерживают прежнее руководство телекомпании во главе с Евгением Киселевым, писали заявление об уходе в знак протеста против прихода нового начальства. Скоро остается неизвестная судьба кинематографистов из группы Сергея Бодрова-младшего. Ребята, ну я умоляю, я не знаю, видите, мы случился, но мы дышим в тряпке, что-то делают наши. Все. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. До сих пор разнятся данные о количестве погибших и раненых. Террористы заминировали территорию вокруг школы и спортивный зал, где удерживаются заложники. В случае начала штурма боевики угрожают взорвать школу. Olympic Winter Games in 2014 are awarded to the city of Sochi. Сегодня в Москве в центральной клинической больнице на 77-м году жизни скончался первый президент России Борис Николаевич Ельцин. We are calling it iPhone. Today Apple is going to reinvent the phone. Правило подкрепления миротворцам, дислоцированным в Южной Осетии. Командование вообще хуй знает, куда пропало, блядь. Там пару танков понадобилось. И пусть их хуярят, нам. Все, блядь, там пришло. Осада с мечом ставит корпус. До свидания! До свидания! Итак, этой ночью в Лос-Анджелесе скончался второй поп-музыки Майкл Джексон. Credit markets have frozen. We're in the midst of a serious financial crisis. Основные новости сейчас приходят из Крыма. В Симферополе захвачено здание парламента и совета министров автономии. Черный вторник для российской экономики. Сегодня курс евро перевалил за отметку в 100 рублей. Подержите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Траура. Во всей стране приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия. Я кричал, Сочи разговаривал. Она сказала, папа, я тебя люблю, я забегаю, теряю сознание. Москва нанесла первый авиаудар в Сирии по пригороду Хомса. Футбол жив. Благодарен. В центре Москвы завершается согласованная акция «Отпускай» в поддержку фигурантов дела о массовых беспорядках. Бежать текущую зато не удастся, поэтому было принято решение садиться на поле перед собой. Retired Los Angeles Lakers basketball star Kobe Bryant has been killed in a helicopter crash. То пусть тогда батутом доставляют своих астронавтов на Международную космическую станцию. Уже три человека победили ВИЧ. Радостной новостью с миром поделились врачи из Нидерландов. В Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, погиб уже четвертый заболевший. Всего же заразились 217 человек. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA. Go SpaceX. The trampoline is working. That joke. It's the inside joke. I know. Inside joke, yeah. Это сигнал того, что что-то идет не так. Соответственно, радость – это сигнал того, что все идет так. Так нахера жить не так, когда можно жить так?